Мне, конечно, тяжело сравнивать, но битва летает снаряды, стрелка дня и полностью. Приходилось вот до такого состояния разбирать дома, чтобы подойти. Так практически каждый дом штурмился. В каждом доме находилось по несколько групп противника. Здесь находились огневые точки противника, ленты натовского образца 7.62. От пулемета МГ-42. Да, достаточно скорострельный, и убойные силы у него выше, чем у нашего ПК. Здесь у них в ангарах находились люди. Когда начали работать минометом, да, там